здоровое отношение к своему телу. Именно поэтому заботиться о силе, выносливости и красоте организма предлагаем не просто к весне, а навсегда. Увидеть качественные изменения в силуэте, фигуры и самооценки на первом этапе работы над собой очень важно. Поэтому хорошеть будем неостановимо и целеустремленно по экспресс-программе. На первом этапе экспресс-похудения мы проводим диагностику уровня физической подготовки, берем функциональную пробу и только после этого составляем тренировочный план, необходимый для достижения желаемого результата. Также неотъемлемой частью курса является диетологическое сопровождение, в котором мы стараемся учитывать все потребности каждого клиента. В рамках проекта «Экспресс-похудение» предусмотрен призовой фонд для тех, кто добился лучших результатов. Азарт и работа в команде многим помогает заниматься еще эффективнее. На интенсивном групповом занятии участники целый час работают в ускоренном темпе под энергичную музыку. Индивидуальный подход предусматривает подходящие упражнения в тренажерном зале, аэробику, стретчинг и йогу. Проект направлен на интенсивное снижение веса в достаточно короткий срок. Курс длится 3 месяца. Это именно тот срок, который необходим для достижения устойчивого результата. Худеют все участники проекта, в среднем теряют 10-15% массы тела, что является очень серьезным изменением. Раньше я вообще думала, что, наверное, все, спорт это уже не для меня, уже поздно, но все-таки здесь я уже ощущаю себя как прилив сил, энергии. Даже если когда-то пропустишь тренировку, бывает и такое, не скроем, конечно, то уже сам организм требует, что чего-то уже не хватает. Попала по инициативе подруги. Мы вместе сюда ходим, очень нравится. Здесь и групповые программы, и индивидуальные созданные программы. Я сюда просто бегу. Главное на пути к гармонии тела и души не останавливаться и после прохождения курса продолжать осознанно относиться к нагрузкам и питанию. Не отказывайте себе в удовольствии быть здоровым и красивым.